Ну все, друзья, диванчик выбрали, оплатили. Доставка только в пятницу, но мы постараемся сами завтра привезти. Светуля теперь с Эльвирой на новом диване будут. Ой, она там ждет. Ой, мама, ура! Да ура! Новый. Да, то не ура, понятно, что ура. Я говорю, дочь, обновки, поехала. Они всегда ура. Я говорю, поехала, дочь. Поехала, поехала за диваном. Утром еще не открыла глаза. Ура, будет сегодня диван. Будет диван. Она сегодня. Сегодня не будет, будет, скорее всего, завтра. Завтра возьму Олега. Он обещал помочь, загрузить, разгрузить, собрать старый, выкинуть. В общем, завтра после обеда мы завтра приедем к тебе с новым диваном. Будь дома где-то к 3 часам, даже может пораньше. Да, потому что его надо, блин, как-то тот. Ну тот вытащим, да. Ты там смотри. Буду ждать. С него все снимай, все вот это вот. Ну конечно. Чтобы был готов к выгрузке. Постельную уберу отсюда, а это нафиг. Тогда буду ждать вас. Пойдем. Максим с Барнаула тебе купил диван. Да, ты что? Ой, спасибо Барнаулу и Максиму. Большое спасибо, конечно. Большое ему спасибо. Помог как надо. И деду же он тулуп присылал вот с папахой. Тут не замерзнет. Это все он. Ну, всю зиму доходит. Да, не мерзнет. Блин, холодина какая была. Не мерзнет, конечно, наш полковник. Не замерз? Нормально? Да, 100 рублей. Ерунда. Сейчас найдем. Все, выбрали мы диван. Завтра повезем. Ты поедешь с нами? А? Если поедешь, завтра поедем вместе тогда. Будешь помогать, Владимир Иванович. Да, это... С Олегом, с профессором. Загружать, выгружать. Выбрали? Выбрали. Да, выбрали. Хороший диван. Хороший. Хороший по цвету. Хороший, хороший диванчик. И отделка. Дай 100 рублей. Да надо взять, у меня с собой нет. Пойдем, что, курить взять тебе? Угу. Ну пойдем. Пошли. Пошли, возьму, куплю. У тебя курить есть, Владимир Иванович? А? Нету? Тебе тоже пачку взять? Ага. Все ясно. Сейчас и тебе возьмем. А мне две можно? Куда ж деваться? А две можно? Две? Да куда ж деваться? Давай бери две. Чтоб до завтра хватило. Здорово. Заходи, Свет. Выбирай. Сейчас мы тоже зайдем. Табачная лавка. Каких тебе, Владимир Иванович? Каких возьмем? Лишь бы дым шел. А? Я понял. Быть добру, друзья, едем дальше. Всех обнял по-братски, всем добра и мира.